Добрый день, меня зовут Лара Шум, и сегодня мы с вами произнесем аффирмации на деньги. Для этого у вас должна быть ваша цель. Что вы хотите купить или приобрести? Сейчас мы произнесем вашу цель в настоящем времени. Например, я живу в двухуровневой квартире в Москве. Квартира на последнем этаже, метраж 69,25 квадратных метров, первый уровень, и 28,6 квадратных метров, второй уровень. Дом стоит рядом с лесопарковой зоной. Стоимость квартиры от 10 миллионов рублей. Приготовьте сейчас вашу цель. На что вы хотите, чтобы именно сейчас пришли деньги? И мы начинаем произносить аффирмации для того, чтобы деньги пришли для реализации наших целей. Произносить аффирмации нужно каждый день в течение 3 месяцев, и вы увидите результат. Итак, приготовились, начали. Моя цель. Сейчас вы спокойно произнесете вашу цель. Моя цель так хороша и красива, что деньги так и приходят ко мне со всех сторон для ее реализации. Просто липнут и пристают со всех сторон. Благодарю тебя, Вселенная, за это. Да будет так. Вторая аффирмация. Мои деньги меня балуют и заботятся обо мне. Поэтому мои деньги приходят ко мне легко и свободно. В больших количествах. Мои деньги – это польза для меня. А сейчас просто повторяйте за мной. Деньги работают на меня. Деньги есть всегда. У меня нет ограничений для зарабатывания денег. Все, за что я берусь, приносят мне успех и доход. Деньги приходят ко мне просто и легко. Все мои идеи приносят мне деньги легко и свободно. Мне приходят деньги из неожиданных источников. Все возможно, все доступно. Все, что я хочу, реализуется. Произносить эти аффирмации лучше всего перед сном. Успехов вам в достижении финансового благополучия и приобретения своих целей легко и свободно. Если это видео было вам полезно, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, расскажите своим друзьям, делитесь в комментариях о своих успехах. С вами была Лара Шум.